Ход строительства военных объектов проинспектировали премьер-министр Дагестана Артем Сдунов вместе с замминистра обороны России Тимуром Ивановым. Так осмотрели жилой микрорайон в Махачкале и детский сад в Каспийске. Связано это с полным переводом Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан. Первый этап строительства мест базирования кораблей завершат уже в этом году. Сейчас ведутся работы по созданию жилищно-казарменного фонда, военного госпиталя и других объектов инфраструктуры. В этом году на первом этапе реализации проекта планируют сдать 528 квартир социального типа. Помимо этого в Каспийске строят гидротехнические сооружения и причалы. Перебазирование Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан связано с повышением мобильности. Что же касается республики, то она получит новую инфраструктуру и дополнительные рабочие места.